40 ватт лампа 1 мегагрит. Примерно 3 ампера и 14 вольт. Лампа 55 ватт, 53 ватт галогенная. Первичка, антенна. Вторичка вот такая. 0,15 миллиметров провода намотан. Лампа горит неплохо, но всего накала нет. Около 3 ампера и 14 вольт потребления. Вот еще ярче настроил, чтобы горело. Там немножко добавил масла. Где-то меньше немножко 3 ампера и 14 вольт. Тускло, да? Такой недалекий 100%. А тут вот какой, ой, зазор, как бы ничего переноваться не должно. Вот. Схема. Как бы акулы. Вот этот аккумулятор для катера питания. Это заземление. Это один конец лампы. Это просто намотано. Просто намотано, никаких там без индуктивных моток нет. Тут 3 или 4 слоя. Съемная отмотка поверх. Поверх питающая отмотка. 1,5 слоя. Тут это трансформатор, тут 3 витка, потом конденсатор. Откачер. Вот, например, выпуская лампу, говорит 5 ватт.
12 вольт. Потребление где-то ампер и 17 вольт. То есть пока сильно не пахнет. Подключаю качер. Никаких изменений нет. Уже провод начал прицепился. Вот. Тут высоковольтное напряжение. Ноги. Вот с таким узлом. Это молчает как бы. Нет, сука. В общем, пока напробовал, качер никак не влияет нам ни на потребление, ни на сечение. Вот. Пока пробую тут переснять, тоже как